Здравствуйте, мои прекрасные зрители. Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, мы с вами снова на рынке. И посмотрите, что я нашла. Я нашла красивый сарафан, который недавно привлек мое внимание. Сеньора была одета в точно такое же платье, только бирюзового цвета. Это как раз-таки то, о чем я рассказывала в прошлом своем видео. Очень часто одежда, которая привлекает мое внимание на других модницах, потом встречается мне в том числе и на рынке. Сегодняшний день не стал исключением. Я встретила очень много вещей, которые мне понравились. Помимо белых, легких, хлопковых брюк на резинке всего за 35 евро, мне очень понравился этот льняной комбинезон. У меня, кстати, есть похожий. Luxury House мне дарил тоже льняной комбинезон в таком приглушенном розовом цвете. Мне понравились два платья. Одно выполнено из парчи, и, на мой взгляд, оно будет смотреться гораздо лучше. Стоит оно чуть-чуть дороже, 75 евро, прекрасно выполнено. А другое платье классическое в бельевом стиле, из ткани с атласным блеском. Эти платья очень популярны в Италии, их носят именно летом. Кстати, когда становится более прохладно, как мы видели на сеньоре, их можно носить также с белой футболкой. Некоторые красивые и деликатные вещи висят высоко. Я прошу не снимать их, чтобы не беспокоить, и показываю то, до чего могу дотянуться. Например, эта юбка за 20 евро, трапециевидная, макси-длина из хлопка. Я ее вижу, конечно же, с белой рубашкой, либо с белой футболкой. Вообще очень много красивых вещей. Также мне понравилось это платье, открытая спина, необычная расцветка. Напоминаю, я нахожусь на лотке, на котором представлены образцы Campionario. Мне понравились, конечно же, брюки широкие с геометрическим рисунком. Эти брюки в Италии очень популярны. Традиционно на Prato di Lavalle я нахожу недорогие и очень качественные купальники. Сегодня я встретила купальник с открытой красивой спиной марка Oliviero Martini, и стоит он всего 29 евро. Ну и, конечно же, я не могла пройти мимо того, что блестит, сверкает и переливается. Это пайетки. На мой взгляд, пайетки выглядят шикарно, выглядят очень по-стрит-стайлерски. Мне очень приятно, что многие мне пишут: «Яна, когда вы стали обращать внимание на пайетки и покупать себе вещи с пайетками, казалось, что это не будет возможно вообще как-то обыграть и носить». Но мне очень понравился комментарий одной зрительницы. Она написала: «Яна, вы пайетки смотритесь очень органично». И сегодня, например, я нашла платье, которое, на мой взгляд, красивее, чем мое золотое платье от Max Mara. А это платье я встретила на рынке, стоило оно всего 10 евро, и были абсолютно все размеры. С Prato di Lavalle я перемещаюсь на Piazza dei Signori. Напоминаю, я нахожусь в Падуе и встречаю своего очень хорошего уже друга, можно так сказать. Он и его супруга являются основателями, владельцами марки Casa di Lotto. И здесь я всегда нахожу потрясающие, красивые, самое главное, качественные вещи за небольшие деньги. Все, как я люблю. Когда я в первый раз встретила этот лоток и посмотрела на вещи, я на самом деле испытала фэшн-шок, потому что, ну, действительно, я как человек, который немного стал разбираться в кройке и шитье, в обработке швов прежде всего, в том, как должно выглядеть изделие с изнаночной стороны. Немного стала разбираться в тканях. В принципе, на ощупь я могу определить как минимум ткань 100% натуральную и ткань с добавлением синтетической нити. Все это в итоге позволило мне сразу же оценить тот товар, который я увидела. Я стала очень любить кимоно. Кимоно трикотажное, кимоно, выполненное как пальто, кимоно, выполненное вот из такой очень плотной ткани, являющейся скорее жакетом. Потому что кимоно абсолютно подходит ко всему низу, и кимоно, как правило, изготавливается из очень ярких, красивых тканей, как сейчас на ваших экранах. И на самом деле
кимоно я влюблена в том числе и потому, что периодически именно на этом лотке я встречаю очень красивые кимоно. Вот, кстати, брюки. Правда, эти выполнены 100% льна. Мои брюки из вискозы. И скоро я примерю это брюки с маками, в которых я была в прямом эфире. И, пожалуй, сегодня, помимо кимоно, мне также очень понравилась эта льняная блуза. Посмотрите, как аккуратно она выполнена. Безусловно, является вещью, которая будет красиво сочетаться с белыми брюками, с белыми шортами и прекрасно будет смотреться как в городе, так и на отдыхе. Традиционно здесь можно найти действительно очень качественные, красивые, самые обычные хлопковые белые, либо льняные белые рубашки. За 25-35 евро в Италии на рынке, по крайней мере на севере, я снимаю именно в северном регионе, можно найти очень красивые хлопковые платья. По своему фасону они будут очень напоминать платья Max Mara. Возможно, именно Max Mara вдохновляет производителей этих платьев, в том числе на создание подобных моделей. На самом деле, действительно, именно хлопковые блузы, а также хлопковые платья – это то, что традиционно радует именно в жаркий сезон на рынке в Италии летом. Grazie per aver chiesto. Sì, ma figurati. Ma veramente adesso è tanto stretto ad Abano. Eh sì, sì. Sono quelli dei mezzi degli anni 70 che è veramente... Eh sì. Ma allora 119 qua a Montegrotto. Ancora meglio, sì, sì. Diciamo. Sì. A Jesolo non siete voi, vero? No. Sì, vado a vedere. Oh, che bello. В завершении этого видео я покажу вам, возможно, то, что уже показывала, но то, что до сих пор еще не купили, то, что мне очень нравится, потому что мне очень приятно, что многим нравится, как я одеваюсь. И, например, в последнее время мне очень нравятся вот такие юбки, выполненные из шелка, либо из полиэстера с сатиновым блеском ткань. Посмотрите, шикарно будет смотреться со свитером, готовимся уже к осени. Все модницы летом готовятся к зиме, а зимой к лету. И вот, например, эта юбка, я в который раз ее беру в руки, она... прекрасно. Также мне очень понравилась эта блуза из органзы. На ней нет этикетки, я до сих пор не могу понять, она из шелковой органзы, либо это полиэстер, но судя по цене, скорее всего, это, конечно же, шелк. Прекрасно, эта подобная блуза будет смотреться прежде всего с джинсами, возможно, с джинсами бойфренд, заправленная внутрь. И эта блуза, по всей видимости, ждет меня. Ее красоту не всем дано оценить, а я прямо-таки, как ее увидела, сразу влюбилась. Также мне очень нравятся необычные юбки. И, например, вот эта юбка, она выполнена из шелка, мне понравилась. Так же, как и юбка из тафты. Я уже рассказывала и даже показывала на одной из примерок, что юбки как раз-таки с белыми рубашками, юбки нарядные, смотрятся очень красиво в повседневной жизни. Мне понравилась также юбка. И я очень люблю эффект «вижу-не вижу».
И, например, здесь тесьма, которая пришита, безусловно, позволит создать такой эффект. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Очень скоро увидимся. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Prego.